Герой социалистического труда, народный артист СССР, композитор Тихон Николаевич Хреников, о Королеве Олеге Петровиче. Я хорошо знаю Олега Петровича, вот, и я ему за многое благодарен, потому что он очень поддерживает ельчан, он поддерживает деятелей культуры, искусства, следит за тем, чтобы в этом отношении все развивалось нормально. В частности, я ему очень благодарен там за мои, так сказать, личные дела. И вот мы вместе, кстати, с Олегом Петровичем вместе добивались того, чтобы в Вильнюсе организовался университет на базе педагогического института. Мы вместе с Олегом Петровичем были тогда на заседании коллегии высшей школы. Он выступал, потом я выступал, и главное, он выступил и говорил, что вы нам мешаете действительно сделать в этом городе вот такой замечательный новый культурный очаг. Ну вот, и потому что никак Министерство высшей школы не соглашалось, чтобы там был организован университет. И вот после его выступил я и сказал, губернатор предлагает такое количество денег, а он назвал цифру, которую область дает Ельцу для того, чтобы организовать по-настоящему там такой вот университет, который сейчас имеет очень много факультетов, много студентов построено, сейчас там новое общежитие, и вообще Елец приобрел уже вид настоящего такого университетского такого города. И, конечно, в этом вся заслуга Липецка и заслуга руководства Липецкой области. Я очень благодарен, и в частности Олегу Петровичу, вот за то, что сделано липецким руководством для развития моего родного города.